Всем привет! С вами канал Артмания. И сегодня у нас с вами видеообзор вот на вот такие вот маски. Про ту, что на английском написано. КН95. Я покупала их в Альбрисе. Где-то около 300 рублей. Там 5 штук должно быть. И так они хорошо герметично так упакованы. Даже прям можно тут отрезать и потом закрыть. Так, давайте посмотрим, тут что за маски. Должны быть хорошие, но там разные спорные такие отзывы. Ну, давайте их откроем и сами посмотрим. Не откроешь. Опа. Ура! Их 5 штук, а то некоторым доставалось там немножечко поменьше. Я боялась, честно говоря. Так, на вид, кстати, она такая маленькая. Кажется, такой. Так, здесь у нас... Ну, такие обычные какие-то фильтры, даже с дырками. А почему-то мне казалось, что там все-таки какой-то прямо фильтр такой, какой-то ватный, мне казалось, что он будет. Не знаю, у других, что ли, моделей я смотрела. Здесь вот даже вот он, видно, что он дырка такая. Да. Вот также я, кстати, читала, что некоторые даже его откручивали. Нет, он не откручивается. Он даже не откручивается. И, конечно же, кстати, вот эта вот металлическая штучка снаружи, а там была нарисована внутри нее. Еще там мужчина написал, ну, не знаю, может, женщина кто-то написал, мол, а почему у вас так? Там нарисовано, что она внутри, а на самом деле снаружи. Ну, тут, в принципе, кстати, поплотнее. Некоторые прямо они такие плотные. Хотя нет, вот он. Все равно. Почему он не откручивается? Я так надеялась, что она откручится, что там можно будет что-то поменять, что-то как-то это, а в итоге... Кстати, несмотря на то, что она довольно маленькая, кажется, такой, но она сидит реально очень-очень плотно и только чуть-чуть продувает вот здесь, когда сильно вздыхаешь или когда дышишь. То есть тут вот довольно... Но, блин, конечно, я не ожидала, что будет настолько... Ну, что тут фильтр, в принципе? Хотя бы если та маска тканевая, она хоть тканевая, хотя бы там это кто-нибудь там покашляет, то есть через ткань пробраться гораздо сложнее. А тут получается вот просто какая-то там крышечка, вот она, то есть она даже держится не плотно там. И вдобавок он даже не снимается. А может быть, он просто вот так снимается. Нет, все-таки, мне кажется, я сломаю. Давайте вот это попробуем. Может, снимается просто. А? Нет, снимается. Ура! А, там вообще она такая силиконовая штучечка. Снимается. Но это хорошо. Тогда хотя бы, в принципе, здесь можно что-то, какой-то фильтр придумать самим уже. Вместо этой штучки. Какой-нибудь, я планировала, честно говоря, какой-нибудь ватный диск и просто сюда вот вставить с какой-нибудь дырочкой, хотя бы это будет гораздо-гораздо лучше. Не, ну с другой стороны фильтр, то есть фильтр, там, блин, там реально должен быть фильтр. А здесь получается просто силиконовая штука, которая закрыта, блин, а тогда через что дышать? Через что человек должен дышать? Через силиконовую штуку? Или через вот эту вот двойную ткань. Она, кстати, очень двойная, очень такая классная. Здесь вот резиночки прям припаяны, хотя немножко коротковатый, побольше, может быть. Не знаю, ну, мужчине, наверное, будет тяжеловато в ней.
для девушки, наверное, больше. Такая она, кстати, очень классно сделана. Очень хорошая такая металлическая штучка. Какая-то... Это, знаете, хотя мне все равно видно, видно, что там дырка есть. Это, знаете, это, наверное, вот только по улице где-то гулять, либо, не знаю, там, где мало очень народу ходить. Но, блин, даже, честно говоря, немножко мне обидно за потраченные деньги. Мне все-таки казалось, что там какой-то реально стоит фильтр, какой-нибудь там тканевый, там, который пропускает воздух, хотя бы выгоняет его или вгоняет там, я не знаю, ну что-то такое. Это, в принципе, можно силиконовую штучку снять просто и все. Блин, смысл. Ну, блин, как-то так. Не знаю, как они другие. Может, ну, нужно было, конечно, переплатить все-таки и купить гораздо лучше, подороже. Не знаю, на мой взгляд, конечно. Вот, ну, кстати, тут написано, что... КН-95, то есть это считается, по-моему, достаточно хорошее. А, класс защиты 2. А, ну ладно, давайте так. Класс защиты ФФП2. То есть, ну, не знаю, какой там должен быть. Блин, просто силиконовая штучка. Там, где фильтр? Где он, фильтр этот? Просто силиконовая штучка и все. Такой обзор. Купила я это в Альберсе, да, я уже, по-моему, говорила. Оставлю я ссылку на товар, а там уже смотрите сами дальше, стоит его покупать вообще или нет. Честно говоря, если бы был более подробный такой вот отзыв от другого человека, я бы, наверное, не стала тогда покупать, но слава богу, хорошо, что он открывается, и тогда теперь уже можно что-то такое придумать и что-то сделать, короче, ну, можно будет подобное. Вот, но идти в такой маске, наверное, в какое-нибудь в то место, где коронавируса очень-очень много, когда все болеют, там здесь в метро, где сидят там битком, такой маски смысла, наверное, нету. Зацепишь его быстрее всех, я так думаю. Вот, если, конечно, силиконовая штучка, может быть, только когда выдыхаешь, она открывается, а когда вдыхаешь, она не открывается. Тогда что ты вдыхаешь там? Непонятно. Короче, не знаю. Короче, такая фигня. Пишите в комментариях, как считаете вы, что вы обо всем об этом думаете. Или, конечно, лучше всего сверху еще одну маску одевать обыкновенную, тогда хотя бы эффект будет лучше. Гораздо. Вот, ладно. Всем спасибо за просмотр. С вами был канал Art Mania. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. И всем пока-пока.